Всем привет, меня зовут Милена, я студентка 4 курса специальности лингвистика. Когда я заканчивала 11 класс, передо мной стоял выбор, куда же пойти учиться. Я четко осознавала то, что хочу связать свою жизнь с языками, хочу, чтобы моя профессиональная деятельность была связана с лингвистикой. Но так куда же пойти учиться? Я выбирала из множества университетов, и мой выбор пал именно на ЮРГУ. Но почему же ЮРГУ? Основным моментом для меня стал перечень изучаемых дисциплин. Среди них был не только английский язык, но и второй иностранный язык. ЮРГУ отличается тем, что в нем можно выбрать самому тот язык, второй, который ты хочешь изучать. Многие другие институты этого не предлагают. Также множество дисциплин было связано с переводом и переводоведением. Но неужели я могла отказаться от возможности выучить два иностранных языка, да еще и научиться переводить? Ну, конечно же, нет. Так я и приняла решение поступить в ЮРГУ. Но что же на практике? Осталась ли я довольна своим решением? Конечно же, да. Даже сейчас, спустя почти 4 года обучения в универе, я все еще помню свой первый день. Все было так легко, весело и интересно, что я даже не могла поверить, что моя учеба будет проходить именно так. И все это благодаря преподавателям. Они настоящие профессионалы, интересные люди. Они всегда с пониманием относятся к студенту, готовы пойти ему навстречу. Ну и также просто понимают все тяготы студенческой жизни. Также не могу не отметить практическую ценность тех знаний, которые дают преподаватели. Мне несколько раз доводилось попробовать себя в роли переводчика не только письменного, но и устного, вне стен университета. И знания, полученные здесь, мне очень пригодились. Также было очень интересно пообщаться с иностранцами на испанском языке. Это чувство, когда я что-то сказала испанцу, он меня понял, что-то сказал в ответ, и я его тоже поняла, было просто невероятно. И за это спасибо большое моим преподавателям. Но больше всего я благодарна ЮРГУ за то, что он изменил меня как человека. Когда я пришла на первый курс, я, как и многие изучающие иностранный язык, очень стеснялась на нем разговаривать. Я боялась сделать какую-то глупую грамматическую ошибку, я стеснялась своего акцента. Было много других всяких комплексов. Но в ЮРГУ это все прошло. Акцент я приобрела в ходе изучения курса фонетики. От грамматических ошибок удалось избавиться в ходе изучения практического курса. Да, и просто стала увереннее в себе, так как преподаватели всегда готовы были поддержать, где-то исправить, где-то помочь. Также я открыла в себе новые таланты, так как задания, они не ограничивались изучением каких-то правил, одной зубрежкой. Всегда ценился творческий подход и креативность. Преподаватели это только поощряли. Благодаря этому я узнала то, что у меня, оказывается, есть талант писателя, дар сочинительства. Так что, возможно, когда-нибудь я стану писателем, и как Джон Толкин, который, кстати, тоже был лингвистом, напишу какую-нибудь фэнтези-книгу и придумаю свои несколько языков. Так что, как видите, ЮРГУ вдохновляет. Приходите к нам.